Вот я и приехал к вам. С праздником. Я был, конечно, раньше приехать. Но я как-то все был занят. Дела какие-то. Суета какая-то. Все. А помнишь, как я из больницы убирал, чтобы тебя с 8 марта поздравить? Я тогда на медсестре жениться обещал, чтобы она мне куртку с ботинками выдала. Я помню. И вот тебя уже нет. И сказать некому. Сыночек, не пей, скопыться, козленочком станешь. Женщин много сказать некому. Все время ищу такой, как ты. А то, как ты, больше нет. Извини, связь установили. Да. Мишуль, привет. Ну, наконец-то я до тебя дозвонилась. Я уже в ресторане жду тебя. Ты скоро? Слушай, пока не забыла. У меня деньги на карточке закончились. Положишь? Ну, ты же хочешь, чтобы я была красивая? Извини. Я должен был срочно уехать. Я в другом городе. В другом городе? Ты что, издеваешься? Ты к другой поехал, да? Если все-таки встречу когда-нибудь такой, как ты, ты не дай знать, хорошо. Ты же мне всегда помогала.